Жена нового русского пришла в гости к подружке и увидела, значит, несколько книжных шкафов, в которых так аккуратненькими рядами стоят сочинения Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Драйзера, ну и других там писателей. Она ей говорит: слышишь, Клавка, вот не понимаю, нахрена вам столько одинаковых книжек? Один приятель говорит другому: слышь, Вась, вот это дела, я и не знала. А что такое? Да, оказывается, сервант и сервантес продаются в разных магазинах. Приезжает новый русский из деловой поездки по Италии. Ну и показывает жене фотокарточку, значит, Пизанской башни. Она смотрит на нее, потом говорит: ну ты там, видать, водку круглосуточно жрал, а? Девушка, а какая вот у вас самая любимая новорусская эротическая поза, а? А девушка говорит: согнуться раком над пачками денег. Пришел браток на презентацию, а на руке у него, значит, огромный перстень с бриллиантом. Большим таким. Но он фланирует туда-сюда, значит, никто не обращает внимания. Он тогда так встал и говорит: ох, как же тут у вас жарко, придется, наверное, колечко снять. А? Встречаются детки новых русских во дворе, ну и спорят, у кого класс богаче. Один парнишка говорит: ой, нашему Ваське, значит, паханы за пятерку по пению трехкомнатную хату купили. Понял? А там парень говорит: да, это фуфло все. Он нашему Петьке, паханы, заплатили столько за контрольную работу по алгебре, что ее выдвинули на Нобелевскую премию. О. Здорово, братан, здорово. А где-то ты был? Да в Египте. Ну и как дела? Да нормально, вот пирамиду Хеопса купил. А нахрена она тебе надо? Да училка в школе не хочет брать баксами, понял? Все говорит: лучше какое-нибудь пособие принесите, там кубики или пирамиду. Ну, будь же ты современным папой, говорит жена нового русского мужу, и купи, сынишка, куклу-то нормально. Да я б купил, но он же продавщицу хочет, о. В семье нового русского бабулька возмущается: что это за музыка? Когда я была молодой, то мы слушали Штрауса. А мальчишка говорит: какая, блин, бабка музыка? Какой к черту Страус? Это мама миксер врубила, а? На Арбате беседуют двое сынишек новых русских. Ну, че такой грустный? Да вот пахан дал на мороженое 1000 баксов. Ну, так это ж хорошо. Да че там хорошо? Что же, я в ресторан пешком пойду? За тачку отдай 500 баксов, за охрану 400 отдай, швейцару 40-ник, ну там официанту 1,5. Вот смотри, и на мороженое ни хрена не остается. Мальчик спрашивает у отца: папа, а я кто, грузин? Да. А ты тоже грузин? А мама? И мама грузинка. А вот дядя Гоги? Нет, дядя Гоги новый русский.